Что, друзья мои, давненько у нас действительно не было выпусков. В телеграм-канале писали вот такой вот пост, поделились своими мыслями и решили, что для большей аудитории на ютубе тоже стоит, потому что прилетают комментарии, где вы, куда пропали, что у вас случилось и так далее. Не все подписаны на телеграм-канал, поэтому на ютубе сегодня выпуск. Поделимся своими мыслями, расскажем, что у нас происходит, что на душе. Расскажу вам немного своих грустных мыслей. Но чтобы разбавить нашу грусть, мы сделаем выезд на озеро, откроем нашу долгожданную покупку, которую мы все ждали. Даже две покупки, да. Мы купили подарок и себе, и для нашей машины, для новых путешествий. Но все затянулось, поэтому мы решили все-таки все это открыть уже, показать вам, попользоваться. А потом уже, конечно, в дальнейшем тоже вы это будете видеть у нас в выпусках. В общем, друзья мои, делимся информацией. Шашлык-машлык под прекрасную природу. Лайкосики нажимайте, комментарии пишите. В общем, все, что нужно, есть в описании. Читайте, переходите. Погнали. Сейчас быстро до рынка куплю красную рыбу. Там же ее нарежут и немного овощей. И в путь. Рыба куплена, овощи куплены. Кому интересно, турецкая форель красная. 1100, по-моему, за килограмм. На 3 с копейками вышло. Замариновали рыбку, закрываем, красота, и выдвигаемся. А это наша долгожданная новинка. Пока в комментариях напишите, как думаете, что это. Чуть позже расскажем. Приехали мы на любимое наше место, которое находится возле Подольска, это Кленово. Блин, здесь потрясающе, друзья мои, как здесь круто. Смотрите, там гидрики, там есть прокаты. Короче, сейчас, может быть, покупаемся. Сейчас кое-что надуем, но чуть попозже. Мы на самом деле, вот сколько мы уже? Два месяца точно мы сидим, никуда не можем выехать, Вот сегодня выбрались. Почему? Потому что на самом деле у нас очень, вот просто космический дорогой ремонт вышел. И мы, может быть, даже, знаете, вот как бы съездили бы куда-то, но не можем это сделать, потому что все деньги уходят на ремонт. Я сейчас сделаю отдельный выпуск про машину, что делалось, как делалось и так далее и тому подобное. Вот, и там уже все расскажу, здесь я как бы не буду, здесь просто наши мысли. Мы настолько ждем машину. Вообще, вы серьезно, вы даже не представляете. Кто давно наблюдает, знает, что это наш такой мини-дом, такая лухари-палатка на колесах. Вот, и сейчас вот такая вот у нас стадия. И мы на самом деле думали, что вот-вот мы заберем машину. Подарок, который я купил в машину, думали, вот сейчас прям поставим. В итоге не поставим, представляете? Подробно расскажу в выпуске в следующем про тачку. Но смысл в том, что мы ее завели. Она поработала и снова умерла. Я не знаю, я вот говорю, у меня аж комок в горле, потому что трындец. Там столько денег туда заложено, и в итоге все вот так вот. Взяли удочки в детворе. Сейчас будем здесь устанавливать шатер. Даже вот мангальчик есть, но мы, наверное, свой поставим. Это наш шатер. Вообще, когда ставишь шатер, всегда комфортно, потому что ты как бы такой закрытый в случае непогоды. Тебе будет комфортно. Когда отдыхаете дикарями, важная штука какая? Свой собственный номер. Правильно. И мы, например, никак родителям не можем доказать, что биотуалет это лучше, чем просто ведро. Но на самом деле, в принципе, что? Как альтернатива биоч? Ну, не знаю. Далее нужно обязательно, конечно, вот такую вот палатку ставишь. Это палатка душ, палатка туалет, сюда колышки, закрепляешь, ну вот на низ, опа, вот, и все. Ну, собственно, вот так это выглядит. Все, здесь же можно и душ принимать, если есть специальный насос, леечка, пожалуйста. Пока я вам рассказывал про туалет, ребята уже поймали рыбку малюсенькую, поэтому ее сразу же отпустили. Вот у нас первый улов
Так что сегодня малышка, надо отпустить. У нас будет уха. Мама! Нет, ее надо отпустить. Да, конечно, отпускай. Вот самый главный рыбак вечно говорит, отпускайте рыбу. Ни в коем случае. Тихо-тихо, не дергай. Мы решили свой мангал не ставить. Здесь уже какой-то стоит, даже уголь есть. Рожик даже есть. Спасибо, кто оставил. Красава вообще оставили, и мы оставим тоже следующим людям. Так, мусор. Мусор обязательно собираем за собой и за других свинушек. Мирошка у нас уже нападает на хлопья. Смотрите, какая у нас рыбенция. А, я, по-моему, показывал. Все-таки ну, ладно. На рыбалку приехали. Все равно радио не даст нам готовить то, что мы поймаем. Надо будет отпускать. Да. Мы сразу купили в магазин, и с этим у нас все в порядке. Не, ну такая здесь и не просто... ловится, на самом деле. Да, нет, мы когда последний раз здесь были, все, что мы ловили, Родион плакал и просил отпускаем. Дедушку отпустить. Да, и, кстати, возможно, кто-то помнит, даже мы здесь уже видео снимали один раз. Вообще, для разжигания... Лучше использовать специальную горелку и газ, потому что рожик все равно воняет. Я 100 лет рожигом не пользовался, но прям то, что он стоит здесь, я решил все-таки воспользоваться. Так, у нас есть решетка, на ней будем рыбку делать. Есть плитка, вот у нас есть фанерка, плиточка. Это, кстати, плиточка родительская, не та сторона. Вот так вот. Вот. Это нам чай пить. Вот про что я говорил, рожик рожиком, но горелка гораздо лучше, экологичнее и быстрее. Ну, я пока с этого угла начну. И сейчас, друзья, мы будем распаковывать, тестировать наше новое приобретение, о котором мы так давно мечтали. Я надеюсь, вы уже догадываетесь, что там в этой коробке. Корзиночки, которые мы в Таиланде покупали, как пригодились. Вот сюда можно складывать какой-то набор, вон чайник. Так, это сюда. Так, видите, мы оборудовали здесь мангальная зона, здесь поварская, здесь туалет, здесь гостиная, кухня. Там вон Кэти лежит. Сюда. Давай, пацаны, что, зря рожали? Я вам помощник. Почему мы никуда не ездим, да, вот я вам уже сказал, потому что мы, видите, мы сколько, полгода путешествовали, брали тачки в аренду, и на самом деле это уже, вот я очень сильно от этого устал, понимаю, что у нас своя офигенная машина, и мы приехали, ну и не думали, конечно, что так вообще надолго затянется этот ремонт, настолько он будет дорогой, и казалось бы, мы же ездили, там можно было улететь куда угодно, но вот... Как сказал ранее, все деньги уходят в ремонт. Вот реально, вот все, вот прям все до копейки. Потому что сумма, которая у нас выйдет уже на финише за тачку, это вообще космос. Ну серьезно, там многие услышите и просто офигеете. Это цена какой-то машины. Вот, поэтому, конечно, нет смысла. Там мы вот пару раз выбирались на каршеринге, и тоже так себе история, не хочется уже этого ничего. И мы на самом деле вот же думали, вот она завелась, бляха-муха, завелась и померла. Об этом тоже будем в следующем выпуске. Но вот сегодня мы уже выбрались, потому что, ну, выходные, уже не хочется сидеть дома, уже настолько апатия какая-то, чуть ли, я не знаю, чуть ли не депрессия уже впадаешь. Страшная история, конечно. Там ребята, конечно, в Телеграме так поддержали вообще там сообщениями всякими. Действительно, это правда. Ну, как бы самое главное, конечно, все живы, здоровы, все хорошо. Но все равно есть вот эти вот трудности, которые так сильно зарывают. Но я думаю, обязательно когда-то в жизни случаются такие ситуации. Я думаю, что кто-то из вас явно проходил. По овощам сегодня решили приготовить... Ой-ой-ой. Нет, но это, конечно, все прикольно, но зачем это делать вот возле берега? Не дай бог, не справишься с управлением, поймаешь удар от волны и вылетишь прямо к нам в гости. Они вообще отрываются. Конечно, блин, не знаю. Весело, весело, но голову нельзя терять. Картошечку в фольге, да? Я специально купил маленькую, такую прям, да. Мизерную. Мы сейчас ее фольгу
Во. И сразу, пока там все прогорает, будет уже. А и... ее да, она долго же готовит. Да, а мы ее любим. Я в тонкий слой заворачиваю, сильно толсто не буду, да? Ну, чтобы она не сгорела. Наоборот, два я кушаю. Вот такая штука получается. Вообще, вроде бы, это считается белорусской технологией приготовления картошки. Так, мы готовим плацдарм сейчас для картошки. Мелкий уголь оставляем сейчас здесь и закидываем. Сюда ложись, все с краю. Мам, что ли, не горит? Нет. А теперь все это дело, конечно, желательно засыпать, чтобы оно пропекалось. О, пусть. Ой, вылетел. Значит, пока разгорается у нас сейчас уголь для рыбы, жарится картошка, приступаем к распаковке нашей новинки. Блин, ребят, на самом деле мы пару лет мечтали о соборде. Мы пару лет все никак у нас не получалось, то мы там, то мы сям. И в этом году я твердо принял решение, что будет у нас соборд, потому что именно на таком соборде мы катались по турецким бухтам. И это действительно крутые соборды. Называется компания Bambito. Давай, Настенка, распаковывай. Опа! Это сразу о том, смогут ли хрупкие девушки справиться. Нет, с этим собордом. Помогите! Тяни. Давай. Не, на самом деле, как бы еще терпимо достаточно. Посмотрите, ой, какой стильный чехол. Акула. Bambito. Давай, и скрывай. Очень плотный, класс. Почему обязательно должен быть чехол? Все просто. Ты его взял, одел и пошел на любой водоем, куда можно пойти. Вот так вот. Я не знаю, сколько он весит. Ну, по ощущениям, может, килограмм 10, наверное. Я тоже про это 11, подумала. Что-то такое. Вот. Здесь у нас также в чехле есть большие карманы. Вон, воду засунуть. И также есть специальный крепеж, стяжка. Вот, чтобы его стянуть. Ну и дальше давайте комплектация. Так, в комплекте у нас инструкция, насос, где отмечено давление, до какого уровня качать. Знаю, что до зеленой примерно 17 нужно качать будет. Весло из двух частей, лиш, страховочный трос и сам сабборд. Посмотрите, какой он красивый. Очень красивый. А, и еще в комплекте идет вот такой тубус. В тубусе специальная какая-то отвертка и запасной материал, если вдруг где-то, не дай бог, проткнем. Посмотрите, какой большой выбор расцветок, но мы выбрали вот такой. Очень красивые, да. Все яркие, такие прям вот, крутые. Вот, а у наших друзей вообще вот такой. Здесь специальный вот этот трос, который просто мы разжимаем и снимаем. Я такой испугался, думаю, а где плавник-то? А он черный, здесь его еле заметно было, со специальным страховочным креплением, между прочим. Что мы имеем на самой доске? Помимо потрясающей раскраски, прям супер. Здесь, значит, вот эти резинки, сюда специально ложится портфель, ну, для вещей, да, специальное крепление. Надо будет обязательно купить сумку дополнительно, водонепроникаемую такую специальную. Далее у нас ручка, для того, чтобы его носить удобно было. Само покрытие, на чем стоять, да, не скользящееся. Это крепление для лиша. И, собственно, сам вот клапан. Главное сейчас его закрыть. Вот, все закрыл, чтобы накачивать. Иначе потом снова будет накачивать. Здесь у нас два плавника есть. И один плавник вставляется, но вставляется в самую последнюю очередь. Блин, смотрите, как выглядит круто. Все, начинаем сейчас накачивать. Вот у нас насос. Ну и начинаем долго и упорно. Еще раз решил удостовериться, насколько нужно качать. Вот, пожалуйста, на досках линейки Bambito рабочее давление 12-15 PSI. Фу. Так, все, достаточно. Так, ой-ой-ой,
забыл клапан я открыть. Опять 25. И снова почти все заново, самый сложный путь. Вот от 13 атмосфер. Друзья мои, САП — это не только спорт на воде, это еще и спорт. Пока качаешь, все забивается. Просто жесть. Все, нам осталось что? Прицепить лишь. И пока крепим его сюда на ручку. Но весло у нас собирается просто. Что-то тут вставляется просто эта штука. И все. Ну а дальше здесь уже настраиваться размер под свой рост. Я точно, ребятки, знаю, что вы будете заказывать и именно такую же модель, как у нас. Запоминайте: Бомбито, Ice Cream, и вот его параметры. Есть еще длинный на дальнюю дистанцию, но мы решили взять все-таки такой, нам его с собой возить постоянно. Ссылку, как всегда, я, друзья мои, оставлю где правильно. Там в описании, переходите, заказывайте. К нам приплыли уточки. Смотрите, целая семья. О, кормим их. Детки кормят деток уточек. Ай, красота. Классный. И мамка стоит, контролирует, как все проходит. Как уже запахло картошкой. Сейчас прогорит, будем ставить рыбу. Мы решили рыбку под фольгу сделать, чтоб ничего не прилипло. Поставили. А теперь, друзья, мы идем тестировать саппорт. Вот здесь, видите, крутая штука. Когда вставляешь плавник, он еще крепится дополнительно вот такой вот штукой. Вот так вот. И пока ты его не нажмешь, вот, он не потеряется. Вот, надо будет вот так вот. Так, ну что, мои друзья, пойдемте, берем доску и идем в воду. Поплывем вместе с Настенкой. Наконец! Вдвоем останемся. Так, ой, я даже не знаю, что здесь за берег. Я просто офигела, здесь какая глубина-то. Ничего себе. Надеюсь, я не упаду. Это какой-то кошмар. Ну классно. Так, если вы нас собьете, я вам не прощу, товарищи. Ага! Дети машут. Тестируем. Слушайте, ну вот мы вдвоем, наверное, на весе на сколько килограмм? Ну, больше 100 точно, поэтому шикарно. Класс, ладно, все, можно, в принципе, плыть. Да, сегодня очень много саппордистов вообще, вам покажи сколько. Так что, друзья мои, покупайте себе доски, пишите нам, кто на местности, будем вместе встречать закаты, провожать рассветы. По крайней мере, пока мы здесь, можно объединяться и кататься. Это, конечно, классно. Все сумасшедшие, ребят. Чувак с гидрика упал и плывет в итоге вот теперь до него. Причем гидрик уехал прилично от него. Это я вот про то, что говорил, что вот очень опасно, тем более... Одно дело на море, да, в открытом ты это делаешь, а другое дело на водоеме, где огромное количество саппордистов, да, людей плавают, как пловец, сейчас я вам показывал. И вот так вот, не дай бог, ты вот вылетаешь, а он продолжает лететь и просто в человека. Поэтому, блин, включайте голову, не надо так рисковать, очень-очень опасно. Как классно, люди купаются, мы купаемся, солнце, нет, и комфортно, тепло, очень тепло. Вообще все кайфутун дети, вообще подростки, тусуются девчонки. Обязательно в жилетах. Я бы тоже, кстати, не отказалась от жилета. Вот здесь такой бережок тоже, как, господи, как ты скучала за такой природе. Вот подъезд. Сюда можно. Да, да, да. Вот, вот, видишь, неудобно. Ой, девчонки. Вот там машины.
вон там. Кстати, видел вот этот Volkswagen Slavko? Он, видишь, с багажником стоит. Он едет серый. И я такая... Пешка. Пешка стоит. Но не наша. Наша, к сожалению, пока, друзья мои, в сервисе. А ты знаешь, я, кстати, плавал туда дальше. Я сейчас вспоминаю, вот там вот дача с собственными выходами. А где ты плавал? Туда до самого конца. Мы на лодке плавали, да. А мы здесь лодку привозили, да, когда-то? Да. Классно, слушай, такой кайф вообще. А здесь вообще живут очень счастливые люди, я считаю. У них выход прямо из домов, да, на водоем. И он это просто, да, пирс. Прям спуски стоят. Да, да, да. И вот пирсик, и вот пирсик люди ставят, да, и вон шашлычки там готовят, дым идет. Какой кайф. Тепло, не жарко. Свежо, тишина, красота. Что еще для счастья надо? И это сап, это другое ощущение, это не лодка. Так что впереди вас ждут еще и сплавы, будем на реках сплавляться, куда-нибудь забуриваться. Короче, будет очень круто. Теперь у нас есть такая возможность, и сап, он дает эту возможность путешествовать на воде. Вон, видите, какие классные пирсики у каждого домика сделаны. Вообще у людей нет никаких заборов. Красота, здесь так тихо. Гляньте, у каждого домика есть свой пирс. Супер. Березовый лес дальше вот туда уходит. Вообще это как река считается, но переходящая в пруд. А там, откуда приплыли мы, там, кстати, уже конца и край даже не видно, откуда мы плывем. Там стоят шлюзы, и дальше это в следующий пруд, потом еще в один пруд, и дальше по рекам пошло. Я не знаю, я думаю, надо сплавать куда-нибудь туда вот подальше. Настенке вот делегировал я все это дело. Пусть погребет. Давай! Кстати, сюда бы хорошо еще, знаете, ну, в дальнейшем докупить уже весло двухстороннее, как на каяке. Или как каяке, правильно, поправьте меня. Вот, классно будет. Нас не встречают. Что-то у нас он порвалось. Давайте переставим. Опа. Теперь вот этой стороной постоит. Артемка начал рыбачить на донку. Попросил дедушку, чтобы он ему переделал удочку в доночку. Родик, не знаю на что. А Мирошка хулиган, да? Нет. Нет? Ничего. Пойдешь с папой плавать на сапе? Не пойдешь? Страшно, говорит, страшно. Ой, ребятки, здесь такие запахи идут, я вообще не могу от рыбки, от картошки. Вот у нас еще немножко овощей. Так, сейчас, наверное, еще раз переверну. Ой. Какая тяжелая. Смотрите, пловец плывет. Вот бы гидрик бы ему по башке не ударил. Смотрите, как они носятся, и пловец. Не дай бог вообще. Был случай на море. Гидрик ударил чувака, и все, чувак инвалид на всю жизнь. Да уж. Тёмка, красавец! Вытащил! Молодец! Смотрите, большенькая такая. Я рыбу поймал! Лотва. Ой, молодец! Рыбка большой, Мирося, представляешь? Я чувствовал, я поймаю. Молодец, Тёма. Все, день не зря прошел. Рыбалка точно удалась. Отпускаем. Можно я за голову держи, отпускай. За голову держи ее и сам отпускай. Отпускай. За голову возьми, вот так. И вот так вот аккуратненько ее отпусти. Давай. Отпусти ее. Ты мой сладкий. Все. Да, молодец. Что-то мне подсказывает, что картоха сгорела уже. Ну, все возможно, давно стоит. Пока все дела сделали. Но. Там рыбка. О! Мироша захотел кушать.
Мироша горячая, что она? И она у нас такая. Да. Она у нас вообще прям вот это очень сгоревшая. Передержали. Кстати. Вот это все уголь. Нет, ну вон там картоха внутри. Она классная. Но. Сейчас я ему выдавлю, будет пюрешка. Чуть-чуть. Надо было пораньше вытаскивать, и было бы вообще прям шикарно. Да, вот что-то мы под нее. Шикарно. Это просто заняты своими делами. А может быть, это просто, которая ближе к костру была? Она вся в углями была засыпана. Тестируем, друзья мои, картошечку. Чипсы. Значит, он говорит, плюс как фри. Прям. Не, то, что надо, нормально. Сейчас уже и рыбка будет готова. Красота. Я думаю, что 20 минут готова. Сейчас ее убираем, закидываем овощи. Овощи решили тоже фольгу. Нам так кажется, что они побыстрее сейчас пропекутся. Сейчас их разложим аккуратно. Шашлык. Либо гриль какой-то без овощей, это, короче, пустая трата времени. Нам это не нравится, поэтому мы вот так вот, все, красота. Это все дело пересолим и закроем. Ну все, овощи готовы, красота. Наверное, лучше будет мне. Так, о, хорошо приготовили, кстати, да? Смотрите, какая красота получилась. Мироша, вообще. Шикарно, прям идеально. Ну, какова красота у нас получилась. Так, посмотрите на эту потрясающую рыбку. Овощи, в общем, ребятки, все как мы любим. На самом деле супер, что мы выбрались хотя бы перезагрузиться, почистить свою голову всем этим негативом, который у нас навалился. Вау, сейчас вообще, смотрите, просто это называется пир на весь мир. Как же здесь здорово. И самое, что удивительное, людей просто минимум. Это так классно вообще. Вон сколько саперов. Саперов много, это, видимо, с проката взяли. А нам теперь прокат не нужен, у нас теперь есть свой саборд. Ссылка там, друзья мои. Ой, красота какая, а. Машина у нас в сервисе, наше оборудование, все в машине, да? Коробка упала. И у родителей минимум стульев, поэтому кое-кто кушает стоя. Но так больше влезет на самом деле, поэтому в этом нет никаких проблем. Все, всем приятного аппетита. Во, Мирошка, молодец. Все, садитесь, давайте. Вкусная рыба? Вкусная рыба? Это я ее там поймал. Сегодня утром пришел, утренняя рыбалочка. Здесь водится красная рыба, форель. Поэтому приезжайте на этот пруд, ловите. Рыбаки будут довольны. Как рыба? Перчик. Вкусно, жаль, что мы мою отпустили, они ее скакали. Я хотел ее попробовать. Вроде как рыбка. Очень вкусная. Мирошка, как рыбка? Нормально. Нормально. Очень хорошо, что мы взяли именно рыбу. Потому что шашлык не совсем хочется. А рыба? Картошечка. Перчик. Картошка обалденная. Офигенно. Вот так вот дружненько, видите? Дружненько стоим. Мы вот так вот сделали, чтобы можно было с него аккуратно сойти. Подняй, чапка. О, все. Держи, пап. Всем спасибо за внимание. Бабушку ждут. Тапочки даже подготовили. Бабушка радостная? Баба, баба, мы рыбу поймали. Бабушка, я тебе обещал рыбку, я поймал. Полтора часа я плавал на доске. А пока я плавал, Тёмка еще рыбу поймал. Ну-ка, иди ко мне. О, смотрите какая. Тём, ну сегодня твой день, слушай. Кроме тебя ни у кого больше ничего не клюет, да? Уже 5 раз клюнуло, но... А то дедушка все. Здесь нету, а вот рыбы, она. Здесь нету рыбы, да? Красавчик, давай, молодец. Ну ты крут, закрывай эту штуку. Катушку, давай. Родика привез, теперь с Артемкой отплываем. Ну точно, приезжаешь? Приезжаешь, что у нас нет такого крепления специально, что там клеит? Я поставлю, я дома-то есть. С Артемкой сейчас вот здесь вот вдоль берега проплывем, а там вот беседка стоит
Сейчас беседка, нам навес сделали. Раньше была просто такая платформа деревянная. И мы там устраивали свадьбу моему брательнику, представляете? Приехали, выгрузили, шатры поставили. Сейчас, если найду фотки, здесь они, короче, появятся. Если нет, то нет. В общем, было классно. Сейчас, конечно, это все так еще более культурили. Еще там сделали один навес. Здесь сделали пирс. Ну, видите, как людей это, в принципе... Ну, я бы сказал, немного людей для воскресенья, тем более. Да, Тёмка? Хочешь, попробуй по этого, погребсти? Ну, серьезно, что, зря рожали, что ли? Эх, красота. Давай-давай, Тёмка. Класс. Ух. Ой, ребята, все, можно, на самом деле, прям вырубиться. Класс, а? Супер. Да, все-таки собор — это действительно классная тема. Лежу, загораю и учу Тёмку уже управлять собором из положения стоя. Молодец, справляется. Везет отца. Я вот думаю, когда-нибудь, надеюсь, скоро мы заберем машину, и нужно будет вон на ту опушку подъехать. Я уже на карте нашел, как туда проскочить. Там стоит даже караван, между прочим. Вот. И, соответственно, там заночуем, такой валав сделаем. Сегодня был такой пробный. Несутся. Вот вообще хочу купить вот такую штуку и доску. Это следующая, да, покупка? Красавца. А Тёмка тем временем вот весь путь прошел на ногах сам. И швартуется. Все, мы потихоньку начинаем все собирать. То, что здесь было, оставляем. Ну, мангал пригодится кому-то, как и нам. Уголь, рожек, то же самое, и вода. Тоже даже стулья убрали. Сейчас самая основная задача — это просушить саборт. Ведь он намок. Я его вот так вот положил на солнышко, разобрал весло на три части, и он сушится. Если вот эту вот резинку, по идее, можно протереть, то вот это вот покрытие надо именно, чтобы оно сохло. Это какое-то время должно пройти. Ну да ладно. Все, потом отправимся домой. Ну и надеюсь, что следующий выпуск уже будет у нас с вами на машине и ван лафом. Ведь нам нужно будет на местности накатать там пару тысяч километров, да, такую обкатку сделать. Фух, надеюсь, что я заведу, и она снова не крякнется. Готовлю очень крутой выпуск про тачку. Все досконально снимаю. Будет такой, наверное, большой, получится. Будет очень полезный, со всеми ценами. Что сколько стоит, как меняли, где делали. В общем, выпуск реально будет пушка. Такой мотивационный для людей, особо не расстраиваться, когда попадаешь на такие существенные ремонты. Ну, хотя я на самом деле сильно расстроился. Я говорю, у меня сейчас в телеграм-канале, но я написал пост, вот еще раз его продублирую, подпишитесь на телегу, здесь QR-код, сканируйте, ссылка в описании. Столько слов поддержки мне люди пишут, это не просто типа там славян, держись, все будет ток, там реально, там люди просто не вот такие вот пишут. Спасибо, конечно, огромное. Сейчас какой-то такой период, когда это действительно очень важно, от вас слышать какие-то такие теплые слова. Хотя найдутся те, которые порадуются моему состоянию, нашему такому положению. Но самое важное, что все здоровы, это самое главное. Да, Родик? Угу. Все, ребятки, мы собираемся, едем домой. Ссылки на регистратор, на саппорт я оставлю в описании. А мы собираемся и поехали. Пока. Лайфхак. Как ускорить сушку саборда? Все просто. Берете тряпку, которая предназначена для протирки машины после мойки. И она все это дело впитывает. Единственное, что вот такие места, конечно, надо сушить. Это не 5 минут.